Друзья, а сейчас прозвучит новость, которую я бы назвал так. Дом-2 уехал, а Ксения Собчак осталась. Российская телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак недавно снялась в фотосессии для американского глянца. И не в простой фотосессии, а в образе Юлии Тимошенко. Что же вы, Ксения Анатольевна, остановились только на одном известном политике? Есть же масса других интересных политических персон, известных во всем мире. Я думаю, в их образе вы бы смотрелись не хуже. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. Октябрь впереди. Удачи Ксении Анатольевне в ее карьере оппозиционерки. И желаем ей таких же высот в политике, каких достигла Юлия Тимошенко. И может быть, если это случится, Юлия Владимировна тоже будет делать фотосессии в образе Ксении Собчак.